Так, друзья, идем вдоль реки, и вот что я нашел. Нашел я вход небольшой в штольню. Ну, то есть я сейчас побоялся зайти в эту штольню, туда вовнутрь заползти, но туда заходить можно. Но я хотя бы вам вход покажу. Вот смотрите, какой вход. И туда пошла тема. А тут даже вот такой вот есть. Вот, смотрите, даже там что-то кто-то прятал. Возможно, пустота какая-то, но очень интересно. Ну, поездно. Поэтому сегодня заходить туда не будем. По простой причине, потому что они подготовлены. Ну, мой друг это видео тоже посмотрит. И мы решим, стоит ли туда заползать или не стоит. Ну, как показала практика, в общем-то, стоит. Так что смотрите наших видео, может быть, что-то и снимем.